на Богу за то, что, во-первых, Он мне дал новую жизнь, Он как бы подменил мою старую жизнь на новую, Он мне дал новое окружение, новых друзей. Я благодарна Богу за моих родных, за мою семью. Я благодарна за то, что Он мне дает новые идеи насчет нашего молодежного служения, за то, что каждый раз практически приходит новая молодежь какая-то по новому одному человеку, и как бы всем пока что все нравится, и это нас тоже очень сильно заряжает, и как бы я благодарна Богу за то, что у нас всегда есть что кушать дома, за то, что как бы нас окружают такие классные люди. Вот, все. Да. А у меня такое еще маленькое...